Все. Все, не буду ее заранее. Знаешь, почему я не хочу? Потому что ради скейпрута не хочу. Рилих, раньше их. Тут раз хотя бы говно. Тут вообще. Пошло на все. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Жан Крутанов. Мы сегодня с вами не продолжаем играть в разлом. Да. Не будет у нас разлом, потому что тут пакетики чисто вот из Escape-рута. А Escape-рут я вообще им не пользуюсь. Я его последний раз использовал, когда делал обзор на это растение. Лоу. Это было там 8 месяцев назад где-то. Я не знаю. Поэтому сегодня у нас будет арена. Да. Посмотрим, что там опять у меня. А, точно. Я же, получается, если не играю там 180 дней или сколько-то там дней, то все сбивается. То есть весь прогресс, который я тут набил, он тупо сбивается. Ой. А, или 30 дней. Мне как-то просто посмотрим. Какой? Что тут хотя бы за сезон? Ты серьезно? Погоди, у меня есть эксплодио онлайн? Ну-ка. По-моему, нет. А, у меня и Лили нету эксплодио онлайн. Да, нету. Ну и ладно. Ну фриплей, да. Три раза с вами сегодня сыграем. Марину ради чего? Ради, конечно же. О, тут еще такие зомби обычные. Такие простые зомби. О, так тут еще и бустера мы еще. Понимаю. Ну давайте возьмем что-нибудь такое. Ну-ка, кстати, а что Борнейт будет? Борнейт, наверное. Что-нибудь интересное будет. Так, вот Слинпи я однажды взял, а теперь не буду его брать. А, ну и антилок что? Вообще лучше замораюсь уже. А вообще лучше что-нибудь огненное выбрать. Даже не знаю, короче, что выбирать. Да. Ну и все, что. Ну и давайте мед какой-нибудь. Там я не знаю там. Да тут зачем зомби какие-то обычные вообще? Да. Пойдем, пожалуй, просто тут. Да зачем? Да давайте вот это вот выберу. Да. Вот это. Prepare your defenses. Ну ничего. А ничего, просто тревога нет. Нет. Да ничего не будем ставить. Вообще, надо было подсумок. Ну да его. Без подсумок. Пойдем. Обычно в таком, по-моему, так полно подсумков. Или не полно. Или вообще не дает. А, вот у нас же. А, там нельзя убирать сон. Точно. Точняк. Так, слушайте. Это давайте поставим вот это. Потому что это важно. Это получать.
ну, помню, это источник наших солнц. От него надо защищать. Да нет. А, вот точно так. Не, не смей. И что такое? Во, отлично. Так, эскейп-рут давай. Чтобы защитить. Во, наладим. Угу. Ну и легко как-то. Я же говорю, легко как-то. Так, у нас обгоняют все. Да как так-то? Да, ну мы здесь не ради победы, а ради корон, чтобы... Чтобы так, бурнет, бурнет. Да не, чтобы... А, давай коиски и прут пацаны, вот там хотел взрывать. Ну, взорвись, что ты не взрываешь? На! Ой, дали. Не, все же надо было с линка пил выбрать. А что, стоит все? 125. Настреляет, так круто. Так что с линк пил. В следующий раз выйдем. Вообще, почему, значит, не было видео? Почти целый день. Во-первых, потому что школа. Да. Да. У меня не хватает времени, потому что я прихожу со школы. Почти где-то в три, только прихожу. Да. А пока я буду снимать видос, то будет уже на 18 с лишним. Ну, тысяч там прям несколько за раз. То это вот, конечно же, не очень будет. И потом мне еще все отмонтировать. Да. Потом откладывать, и это получается уже до 30. А уроки делают как бы. Ну или может уроки сделать. Потом начать видео снимать. Но это не очень. Да. Ну и вообще, вам вроде как норм, то, что я одно полза записываю. Но другие игры продолжать снимать тоже мне надо. Вот я там начал. Такой да, хоррор. Five Nights at да. Я его начал там проходить. Значит, надо и закончить. Но не сейчас запишу. Там вечерком темно будет. Светло сейчас. А сниму я, когда будет темновато. Не, не. Вообще, я как 3 дня болел. Не прям, что болел, но насморк. Вон у меня и сейчас нос заложен. Но это ладно. Это ничего. Это ничего. Что, может, спорим? Да не, в принципе, нормально. 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 Ну хотя бы музыка есть. Он сейчас оживет. Не смей. Еще целый минут. Блин, надо было видеть, что же выбрать. Я потому что там он быстрее. И батл, короче, тоже быстрее проходит. Хотя я не знаю, чего это зависит. Так, 59 секунд. Так, да, ну, мать, а то еще не использую. Да...
На! Дюжи миллион. И, кстати, вообще я бы даже, думаю, не снимал бы сейчас арену. Мы ее заснем, чтобы хоть что-то заснять. Не, не, не. Может, конечно, пули заснимать. Нет, это тоже такая хорошая такая линия. Что я сейчас и сделал после того, как будет. Это будет там фильм серии просто. Недели две назад, наверное. Ой, не недели, а несколько месяцев. Даже, может быть, 8 месяцев. Даже, может, и не несколько, а 8, 9 месяцев, да. Не, вообще ничего не записывал. Так это Дэдшок. Дэдшок, сын. Там 3 серии всего лишь. Там, в принципе, пройти так осталось. Ну, там офис, потом... четвертую комнату и потом пятую, самая сложная комната. И по идее тоже, но у меня эта игра даже не скачет. Но у меня есть свободное место на диске. А значит, в принципе, я могу ее установить. Потому что МП, я его пишу. Сегодня, короче, запишу, наверное, 3 ролика всего. Там будет еще один, вот он еще один рендерит. Потом еще один. И еще один. Получается где-то, наверное, не знаю, где-то в понедельник. НБ. Ну вообще я не знаю. Я не буду ничего вообще говорить, как я буду выпускать свои. Потому что я все это не точно. Я не знаю, когда будет. В общем, тогда как? То есть когда я. Так, меня сейчас обгонят. Меня уже обогнали, да? А, у меня 107. А, у меня 70. Причем, когда так? То есть, зависит от ситуации. То есть, когда я могу там, ну, через день выпустить другой? Когда я могу через 3 дня выпустить другой? В общем, бывает что. Просто бывает. Поэтому, в принципе, ждите моих видео, но... С точностью я не могу сказать. Прям с точностью дня я не могу сказать. Не знаю. Просто не знаю. Все. Не знаю. Нет. Да и вообще просто готовность к кое-чему очень важному. Нет. Которую я планирую выпустить. Именно. Точнее, выложить именно сюда. Очень помогает. Я не знаю, почему вы видите здесь слайд. Кое-кто жалуется. Но я не знаю, ничего не помогает. Ты видишь, что мне не помогает? Так это вот потом. Вообще я не знаю. На какую тему поговорить? Например, о том, что 2 года, в принципе, я уже снимаю ролик. И... еще там. А, ну и могу типа сказать спасибо за то, что у меня уже 100 тысяч просмотров. Всего 100 тысяч просмотров. То есть у меня уже всего 100 тысяч просмотров. То есть вот всего просмотров 100 тысяч. То есть если вы там зайдете о канале, то там не время просмотра, а просмотров что. Короче, количество просмотров там 100 тысяч. Я не знаю, откуда такие цифры. Не знаю.
Я ничего не накручиваю вообще. Сейчас. Потому что... О, пчела. Что это вообще здесь делает? А, ясно. Нет, рекламируют друг друга. Стоп, 3 дня осталось. 3 дня же осталось. Ну ладно, короче. Да плей. Сейчас вылетит ему. Пизда, нахуй. Ладно, нормально. Good. Давайте все точно то же самое, но со Sling P. И посмотрим, изменится ли что-нибудь или же нет. Где Sling P? Вот. Вот, let's roll. Давай посмотрим. Значит, 350, значит, 3 раза его поставим. А вообще, я так думаю, лучше вот этот поставить. Можно же, да? Релоуд. На релоуд. Все, можно подсунуть. Хотя, да зачем это подсунуть? Так. Ну, вот раз подросли. Рано, быстро растут. Так. Ну, не знаю, короче. Быстрее поеду, не быстрее. Нет, он сейчас дойдет. Не смей, не смей. Нет, он сейчас... Ох, теперь с монтажем этого видео будет проблема. Огромная проблема, потому что мне надо будет... Потому что, ну, я как бы не ожидал это, а значит... У тебя поправлю. Значит, вебка будет отставать от видео. И это надо как-то решить, чтобы не отставало. А это, наверное, это надо время. Вообще ненавижу, не скрежете, сегодня же его удалить. Ну, то есть что, не тебе. Сегодня же надо вообще. Так, бурные надо использовать. Вот это давайте используем. Вот этого давайте используем. Вот это вот. Так вот давайте используем. Да это вот, да блин. Да это вот давайте. Ой. Так, еще один. Вот это давайте. Да это вот. Еще окрупное поставим. Нормально так. Шло. Ну, в принципе. В принципе. Короче, я, скорее всего, это последняя серия по арене. Ну, в смысле, в этом сезоне. Нет. Да, я не получу растение Explodio Vine, но все равно. Мне как все равно. Ну, Explodio Vine, я. Что он там делает? Короче, я еще могу просто сделать так. Я не могу. Короче, не важно. Короче, в принципе, если будет свободное время, то естественно, я позадрочу. В арену. Ну а так я не буду. Вообще не буду. Не. Да, он сейчас сожрет. Ну ладно. А, он не сожрет. Ну и хорошо. Ну и хорошо, да. Мне так кажется, или сейчас. Или, по-моему. Или не показалось. Короче, не знаю.
Но, по-моему, сейчас Рилли побыстрее все шло. Идет. Типа зомби убивается там. Это не стоит на месте, как в крафере там. В общем, сражение, короче, не стоит на месте. Эпичное все. Эпично. Да. Все. Поэтому соска, наверное, побыстрее. Сейчас, видите, все стоит. Да. Как бы странно это не звучало. Вот. И секунду идет меньше. Извините, я просто не знаю, о чем поговорить с вами. Ну, я что, я знаю, что арена такая. Вообще, скорее всего. Скорее всего. Из-за того, что тут по ПВЗ ничего снимать, то по ПВЗ не будет серии. Да, там 5 дней, получается 5 дней не будет серии. И то есть там опять пакетики будут. Какого-то ненужного растения, то есть ниже серии праздновал. Ну хотя, в принципе, все равно запишу, чтобы посмотреть там, какие зомби. Да, вдруг там новые зомби будут какой-нибудь. Хотя, в принципе, мы всех новых зомби уже видели, кроме зомби с флагом. Ну тут ничем не примечательный зомби, новый зомби, который. Это обычный зомби там. Как там, три типа зомби. Как обычно, обычный зомби, зомби с конусом, зомби с ведром, потом гаргантюа идет, и зомби с флагом. И других там нет. Вот римские зомби там хотя бы есть, к примеру, там... Хотя, как там называется? Блин, я не могу вспомнить, как это. В общем, скорпион, так, ну, помню, да, который вас кидает, они разбиваются, и оттуда римские зомби всякие разные. Ну вот, я пройду. Например, он, короче, этот зомби очень необычный. И там, допустим, там зомби Цезарь. Медуза. Еще что-нибудь такое. Не. А это просто не интересно. Может, там в следующих обновлениях будет, ну, например, 8.4.1. Это скоро конец игры. Не скоро. Зачем я вообще это сказал? Второй раз. Ничего мне не вершит, еще запутил, что я что-то там говорю про игру. Пора скоро ее конец. Все, хватит. Вообще, по сути, игра уже закончена. Потому что приключения, там как зомби был, ой, Дейв получил свою атаку. Значит, все, мы не сыграли, все, это не смысла играть. Нет. Ну, разлом это единственное, что мы тут держим-то. Так, я давно бы забил на это. Ну что ж, 29 секунд, один я буду. Да. Может быть, вместо огненной мяты что-то? Да нет, что и делать, не знаю. Ну что, в третий раз? Да не, мы, в принципе, в третий раз точно так же сыграем. Вам, наверное, не будет неинтересно, но... Кстати, вы посмотрите на газон. Газон! Посмотрите. Да. Вообще... Видите, да? Газон.
есть вот видите вот эта вот повестка, не знаю как это называется, там, выше там даже. В общем, этот газон, это просто картинка выглядит. Тупо картинка. Потому что, ну видите. Ну, посмотрите на вот эту. Вот, да? Вы видите, да? Где как бы должно быть за этим? Как бы не надо. Ну, не надо. Черт. Газон. Так, 13 секунд, все, давайте, там уже закончим. Все, давайте, закончим, все, давайте. Так, 12 секунд, давай. 11 секунд. 10 секунд. Ну, на 3 секунды, да, меня уж не надоело как-то играть. Давай. Блин, ролик уже идет 26 минут. Пожалуй, третий раз все будет точно так же. Все точно так же, третий раз. Прям точно так. В третий раз. Поэтому я ставлю сейчас на паузу. Ну что же, вот уже 3 секунды осталось. Точнее, уже 2. Как видите, тут ничего интересного не произошло. Либо что-нибудь произошло, я бы такой... Смотрите, что тут произошло. Ну и сейчас будет то, ради чего мы здесь. Все собрались. Ну не все, может быть. Кто-то собрался. Ну, кто-то может по приколу смотрит. Может кто-то смотрит здесь. Может кто хочет, не знаю. Короче. Вот наконец-таки 20 пакетиков. Кстати, тут... А, нет. Приз также на 300. Это, наверное, чтобы больше игроков сыграл. Корон. Блин, да. Ну что ж. В принципе. На этом все. МБ через 3 дня. МБ. Может быть. И будет, наверное. Но я затрудить в это дерьмо не буду. Не хочу просто. Ну, Рили, ну затрудить вот в это вот. Ты серьезно? Вообще-то. Хотя, может быть, я и сыграю через 3 дня. Но затрудить, повторюсь, я не хочу. Ну, на и ладно. На этом у меня все. Ждите серии там. По другим играм. Ну, это у меня все. Наверное, следующие дни, наверное, несколько дней будет без ПВЗН. Я не знаю. Короче, всем приятного. Спасибо за просмотр этого видео. Ну и все. Пока.